20 ноября в Макеевке городской дворец детского и юношеского творчества имени Василия Джарты отметил 80-летний юбилей. За эти годы дворец помог раскрыть таланты тысячам ребят. Кружки и секции здесь всегда работали по самым различным направлениям. Хореографическая группа «Подснежник». Очень замечательная группа, где талантливые преподаватели, мастерства у них очень много. И хореография для девочки очень много значит. Для здоровья, для образования ее дальнейшего. Это один кружок. И второй кружок английский. Английский мы тоже знаем, что в школе изучают дети с первого класса. И поэтому знания здесь, которые они дополнительно получают к своим школьным знаниям, очень много для ребенка значит. Скажите, а вот совмещать школьную жизнь и дополнительные кружки тяжело? Очень тяжело совмещать, но мы стараемся. После школы бежим сюда, учимся, радуемся. Здесь всегда кипит жизнь и царит мир детства. Городской дворец детского и юношеского творчества всегда был и остается источником творчества и вдохновения не только для ребят, но и для взрослых. Расскажи нам, в какой секции ты занимаешься? В народной студии современного танца «Родничок». Давно? 8 лет. А почему выбрала именно танцы? Потому что я люблю танцевать очень и активно, надо куда-то энергию девать. Сегодня будешь что исполнять? Дюймовочка, танец. Тебе он нравится? Да. А расскажи, о чем он? Он о сражении лягушек, кротов, эльфов и других добрых существ. Злые против добрых. А почему на танцы ходишь? Потому что танцы очень веселые, и там можно разминаться. Достижения этих талантливых ребят, получивших именно здесь пропуск в мир искусства, получили достойную оценку. Макеевчане, воспитанники Дворца детского и юношеского творчества, неоднократно становились победителями конкурсов и фестивалей самого разного уровня. Мы элиту нашего города, нашего Донецкого края, а теперь это нашей Донецкой республики, взращиваем и будем взращивать, и будем вкладывать в них душу, любовь и стремление достичь обязательно своей цели в жизни. Телеканал «Новороссия ТВ» сердечно поздравляет дворец с юбилеем и желает творческих успехов, вдохновения и самых ярких улыбок его воспитанникам. Маргарита Миронюк, Дмитрий Русский. Специально для «Новороссия ТВ».